Ребятки, всем привет! Сегодня речь пойдет о том, как я точил шлем маны, подзакрыл кое-какие коллекции, также поточил немного талисман. Всем приятного просмотра. В общем, нафармил я 15к древние адены, берем 3 купона, и я решаю, что возьму себе шлем маны. В целом, мне останется только добить сапоги, но сейчас я не вижу в этом смысла, так как мои сапоги дают те же бонусы, в принципе, что и сапоги уклонения. Поэтому взял шлем маны, точим на 3. И, как обычно, будем пробовать с 2 отменами сразу загнать его на 5. И он благополучно не заходит. Печально, но расстраиваться не стоит. В общем, сбрасываем на 3. И пробуем снова. И он опять четвертый. Ну ладно, сейчас отыграемся. Пробуем еще, благо проклятые свитки не такие дорогие, поэтому можно попробовать поточить еще. Кидаем точку. И он опять четвертый. Здесь уже начинаются какие-то сомнения, надо мне вообще он пятый или нет в данный момент, но так как я уже начал, то нужно это дело заканчивать. Скидываем на 3 и опять с 2 отменами пробуем загнать его на 5. И снова четвертый. Мы не сдаемся, как бы, да, берем еще точечку и пробуем добить его все-таки на 5. Скидываем до 3. И да, но это не судьба, если честно. Так, ну эта песня хороша, начинай сначала называется. Поехали, еще раз пробуем на 5. 2 отмены. И ура, наконец-то он становится 5-м. Вспомнил, что у меня пустой слот под кольцо. Нашел на складе кольца. И пробуем их потыкать, в общем. Просто как затычка какая-то, которая будет давать хоть какую-либо прибавку. Точу на 6. И оно заходит на 6, есть 2 кольца на 6, пробуем загнать одно из них на 7. И оно ломается. Ну, в целом я не расстраиваюсь, так как мне не особо нужно было это кольцо. Так, просто временный вариант. Беру на 200 миллионов талисманов Адена. Сейчас подточу и вернемся к результату. Получилось 2 седьмых. Один я уже одел, у меня был 6. Вот он заходит на 7. И я хочу закинуть очков, попробовать. Тыкнуть его на 8. 24% шанс. В целом шансы неплохие. Но он ломается. Но, тем не менее, на плюс 1 я его апнул, поэтому какой-никакой тоже буст. Здесь я решил подзакрыть кое-какие коллекции. Коллекции становятся закрывать все дороже и дороже, поэтому это дело такое происходит достаточно редко. Ну, скажем так, не пушки, да, там не шмотки дорогие, а дорогие точки. То есть там бэшные какие-то випки покупать в магазине
достаточно дорого, да, с тем учетом, что я оформлю там какие-то копейки, получается, на спотах. Поэтому пробуем так, по минимуму, сильно не упарываемся. Здесь я решил своему питомцу подточить палку. Он бегает сейчас с Дэймоном третьим. Достал оружие, которое подходит для питомца на зачистке, и пробуем их заточить. Засветилась коллекция, решил отменить, посмотреть, что за коллекция. И в целом коллекция эта мне нужна, поэтому одну рапиру я закину в коллекцию. Далее захотел сравнить с Дэймоном данное оружие. В итоге Дэймон выигрывает, поэтому точим дальше. Заходит на 8. Опять проверяю, Дэймон по-прежнему лучше. Кидаем на 10. На 9 опять светится коллекция. И здесь я думаю, что лучше я закину данные пушки в коллекцию, так как с питомцем я бью только на пасеке, а коллекции мне куда важнее, чем палка для пета. Ну и вот такой получился ролик. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите начать играть в Lineage 2 Essence, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, которая находится в описании. По ней вы получите куб помощи партнера для комфортной прокачки своего персонажа. Всем удачи, всем пока!